Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю вот такой красивый, вкусный и совсем несложный салат Discovery. Шесть отваренных яиц мелко нарезала и добавляю к ним 3 измельченных зубчика чеснока. Немного соли по вкусу и немного майонеза для связки. Перемешиваю. Выкладываю первым слоем. Триста грамм отваренного куриного филе нарезаю мелкими кубиками. Укладываю вторым слоем. И покрываю майонезом. Пучок зеленого лука и 4 небольших маринованных огурца нарезала мелко. Следующим слоем идут огурцы. Майонез. Затем зеленый лук. Покрываю майонезом. 150 грамм сыра натерла на крупной терке и посыпаю последним слоем. Украшаю томатами черри и зеленым луком. Салат получается очень вкусным, сытным и выглядит красиво. К тому же рецепт совсем не сложный. Вот так, дорогие мои зрители, если вам понравился мой рецептик, ставьте лайк!